Доброго времени суток всем подписчикам и зрителям моего канала. Сегодня у меня необычная для моего канала покупочка. Но во всяком случае, я этого никогда не покупала. Передо мной вами лежит пряжа, всего лишь один моточек, который я купила на грузочку к основному заказу. Пряжа это Lana Gold от Alize. И это цвет 55, то есть белый. Чисто белый цвет. Ну, так как я вам сказала, что эта пряжа была в нагрузку, что же было основным для покупки? А основным для покупки послужило следующее. Посмотрите. Это заготовки для изготовления помпонов. Они собой представляют вот такой вот круг диаметром 14 сантиметров. Я выбрала и я взяла заготовочки. Это, девочки, искусственный мех, то есть ни одно животное не пострадало. Это в защиту животных, тех, кто борется. Вот какие же цвета я выбрала. Это вот такой вот белый, очень красивые, классные заготовки, вообще я в восторге в полном. Следующая заготовочка — это под черноборочку. Вот видите, тоже очень красивые, прям богатые такие. Далее у меня, кстати, белых у меня два. Черный. Вот у черного как-то, мне кажется, покороче мех. Ну, посмотрим, что получится. Но вообще, посмотрите, какой переливается. Очень красиво. Дальше вот такой вот меланжик. Серенький, красивый. Следующая заготовочка — это волк, насколько я понимаю, расцветка называется. Еще у меня вот такой вот цвет, очень красивый, необычный, серо какой-то с коричневым, что ли. Ну, красивый помпончик должен получиться. Вот, ну, просто показывать заготовки, я думаю, не очень интересно, поэтому я уже сделала помпончики некоторые и сейчас вам покажу. Итак, вот из чернобурковой заготовочки вот такой вот получился вот такой огромный помпон. Можете сравнить моя ладошка и помпон, который вышел. Я его делала на завязочках, то есть на такие ленточки пришила. Помпоны легко собираются, прекрасно держат форму. Шикарные помпоны, видите, в сравнении с ладошкой вообще огромные получаются, очень красивые. Так, это значит из этих больших заготовок, но мне положили в подарок вот такой вот молочный цвет меха, так сказать, диаметр которого, я так полагаю, 10 сантиметров. Таких заготовочек было две, и сейчас я вам покажу, что получилось из подобной заготовки. Из подобной заготовки вышел вот такой вот помпончик. Посмотрите, как он смотрится на ладошке. Пушистый, красивый, тоже на завязочках. Я думаю, очень хорошо будет смотреться на шапочках. То есть вот эти два помпона мне пришли в подарок. И плюс, еще большей неожиданностью, в подарок мне пришел вот такой вот шикарный маркер. Очень красивый. У меня нет маркеров таких вот ручной работы. Вообще, вот просто супер. У меня дочь сказала, снимешь видео, я себе его заберу. Будет подвесочкой. Ну, вот не знаю, как мы с ней поделим его. Вот. Вот такой вот маркерочек пришел в подарок. Девочки, посмотрите. Заказ был из города Пятигорска. Я заказала 8 заготовок для помпонов и один моточек пряжи. Вот. Цены очень и очень демократичные. Заказывала я у девушки в Инстаграм. Ссылочку постараюсь вам оставить, для того, чтобы вы тоже
обзавелись вот таким вот богатством. Ну, конечно, те, которые не пользуются натуральными помпонами. Вот такие варианты очень-очень красивые. Всем спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока!